И мы открываем наш первый кейсик, и нам легендарка с первого кейса. Но... Да! Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня мы будем открывать новые Скорпион кейсы, и возможно прямо сегодня я себе выбью новый нож, кто его знает. Поэтому, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк, и как только вы наберете 5000 лайков, я снимаю продолжение только с наклейками. Ну что же, поехали! Топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. mystandoff.ru. Просто посмотрите на мой инвентарь. Я просто в шоке, ребятки. Посмотрите, сколько скорпион кейсов. Посмотрите, сколько наклеек. И все это я открою, когда вы наберете много-много лайков. Ну а пока что я открываю только скорпион кейсы. Давайте, ребятки, сделаем буст на новый скорпион нож. Скорпион скретч, блин, обалдеть. Скорпион сила, эй. Блин, пацаны, вот это круто. Скорпион вели, а, вейл, так, ну что же, 3, 2, 1, хэштег Аркана, и мы открываем наш первый кейсик, и нам легендарка с первого кейса, вот это да, обалдеть, я индеец, бум-бум, нормально, вот именно этот кейс я открываю за всех тех, кто поставили лайки, поэтому ставь лайк и подписывайся, ну а мы начинаем, и мне выпадает АКР Нано. Ну это что-то наподобие АКР Карбона, только АКР Нано. Вот знаете, вот есть АКР Карбона, есть АКР Нано. Нормально, не расстраиваемся, еще все только впереди. Ребятки, я хочу сегодня выбить хотя бы одну Аркану. Ну, я уже выбил легендарку, уже очень даже хорошо. Ну что же, полетели! Аркана! Эх, почти! Но дробовик тоже, кстати, очень прикольный. Посмотрите на этот скин. Блин, ребятки, как все непривычно, как все классно. И я просто обожаю это обновление. Ну, честно, ну я вам признаюсь, я влюбился в него. Так, ну что же, делаю буст на ножи. Три раза его проворачиваю. И сейчас по-любому будет нож. Если ножа не будет, то я тупо нуб галимый. Так, ножик, иди сюда. Ну. О, легендарка, стой. Блин, эпик. Так, ребятки, ничего страшного, не расстраиваемся. Хэштег кентуха, не боись. Так, пацаны, надо, короче, по максам постараться. Я хочу очень сильно себе выбить АКР Дрэгон. Посмотрите, какой он классный. А представьте, АКР Дрэгон статрек, он же стоит 30 тысяч голды. Он очень-очень дорогой. Ну что же, полетели. И мне... Ох ты, блин, нож пролетел. Уже очень хорошо, слушайте, нож пролетел. О, статрек, слушайте, интересно, сколько стоит. Как думаете? Прям сейчас напишите, как думаете, сколько стоит обычная рарка статрека. А ну-ка... А, рынок закрыт, я забыл. Но я уверен, очень-очень дорого. Так, ну что же, прямо сейчас я открываю кейс и закрываю глаза, а вы должны мне в комментариях написать, что мне выпало. Давайте, 3, 2, 1. Так, ребятки, напишите, что выпало что-то хорошее. Напишите, что-то хорошее. Напишите, что что-то хорошее. Так, на счет 3 я открываю глаза. 1, 2, 3. Статрек, опять статрек, вот это навалило, вот ты, я понимаю, ха-ха. Так, ну ладно, ребятки, продолжаем дальше, потому что это только начало. Я говорю сразу, если вы все наберете много-много лайков, то я обязательно выпущу продолжение с кейсиками, потому что мне очень нравится открывать новые кейсы. Если что, в этом видео я их открыл на 2000 голды, это получается 20 кейсов. Ну, я думаю, ребят, тоже неплохо. Так, ладно, все, не расслабляем булочки. Полетели, просто полетели, без лишних слов. Хочу Аркану, Аркана, но Аркана меня не хочет. Возможно, статрек? Нет, увы и ах. Ребятки, честно говоря, мне обновление очень понравилось. Напишите ваше мнение, что вы думаете про обнову. Ну правда, вот этот нож Скорпион, он вроде бы крутой, но честно говоря, Кунай гораздо-гораздо лучше. Да, Базара 0, этот нож тоже крутой, но вроде бы Кунай гораздо-гораздо лучше. Ладно, ребятки, все, не расстраиваемся, хэштег кентуха тащи, ну а мы начинаем открывать. Полетели! И прямо сейчас мне выпадает обратно МП7 банана. Я понял. Короче, я уже нашел свой нелюбимый скин. Это МП7 банана. Тут даже обезьяна нарисована на этом скине. Но все равно я такого скина раньше не видел. И определенно он очень даже красивый. Я думаю, он однозначно заслужит вашего лайка. Так, ребятки, у меня осталось всего лишь 7 кейсиков. Давайте, не расслабляем булочки, потому что у нас все только впереди. И я себе очень сильно хочу выбить что-то хорошее. Давайте сейчас сделаю заклинание. Обновление 0.13.0. Принеси мне удачу. Выбей мне, пожалуйста, керамбит. Ой, какой керамбит? Обновление 0.13.0. Выбей мне нож Скорпион. Ну или Кардрэгон. А лучше Кардрэгон Статрек. Бог!
Сейчас почитаю. Смотрите, заклинание сработало. Если оно не сработало, ты тупо нуб. Чего? О, статрек. А вот это уже неплохо. Я уверен, статрек реально очень дорого стоит. Так, ребятки, у нас еще 6 кейсов, поэтому хэштег Кент не плачь, потому что у нас еще 6 кейсов и, возможно, все впереди. Поехали, 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 поехали. О, кстати, это первый аркан на P90. P90 самурай, слушайте, очень-очень круто, мне нравится. Так, ладно, ребятулечки, полетели. И нам выпадает прямо с этого кейса опять дробаш Wave. Ну, так себе, так себе, так себе. Кто не знает, Wave с английского означает волна. И чё-то я эту волну как-то недолюбливаю. Так, ребятки, у нас осталось 5 кейсов. Давайте, не расслабляй булочки, сейчас будет секретное заклинание от Кента. Обномивус, Скорпионимус, Выпадимиус. И сейчас, ребят, делаем буст, как обычно, обманом кейс на лоха Галимова. G22, вот так, Да, кейс 2 мне, пожалуйста, G22, пожалуйста, я же люблю, это мой любимый скин. Да, давай мне рарки, новые рарки. Ща мы его разведем, смотрите. Да. О, два ножа пролетело. Уже эпик, хэштег неплохо, даже статрек, нормально, обманочка удалась, развели кейс, так давайте еще раз, Скорпион кейс, давай мне, пожалуйста, мои любимые рарки, я их так люблю, посмотри, вот, особенно вот эту, и вот эту люблю рарку, и вот эту люблю рарку, и вот эту, давай мне рарки. Тупо развели, ща буду аркана. Почти! Как же близко, ребята, вы это просто видели! Почти выбил! Так, давайте, хэштег кентуха тащи, осталось 3 кейса, ребятки, не расслабляем булочки. Полетели, 3 кейса. Я, может быть, докуплю, потому что, возможно, мне навалит. Опять 5-7 в рейс. Нормально. И у нас остается ровно 2 кейса. Ребятки, я себе хочу выбить хотя бы какую-то аркану. Давай, хэштег Кент выбивай аркану. Ну так, я закрываю глаза. Я хочу их открыть только тогда, когда мне выпадет что-то хорошее. А я надеюсь, мне выпадет что-то хорошее, потому что если ничего хорошего не выпадет, то будет обидно. Так. Окей, карбон, обратно эпик. Но, по крайней мере, уже начали падать эпики. Хотя бы что-то в этой ситуации радует. А, это не последний кейс, у нас еще раз, два, еще 3 кейса. Нормально. Может быть, прямо сейчас все выбьем, ребят. You never know. Хэштег you never know. Я представляю, сколько там будет ошибок, когда все будут писать этот хэштег. Так, ладно, полетели. Скорпион кейс. Слушайте, очень странное название именно Скорпион кейс, но... Мне оно нравится. Так, эпик? Статрек? Да. Нет. Блин. Это, кстати, наш новый дробовик. Я еще с ним не пробовал играть, но все говорят, что он просто пушечка. Поэтому, ребятки, обязательно в ближайшее время я все это протестирую. Так, ну что же, поехали открываем. У нас еще есть 2 кейсика. Хэштег удача, потому что, возможно, прямо сейчас я себе выбью что-то крутое. Что-то дорогое. Возможно, прямо сейчас... Я стану богаче на один Скорпион Старфол. Кто его знает? Так, блин, ребятки. Так, открываем. О, статрек, слушайте, неплохо. Так, и у меня остается еще один Скорпион кейс. Просто полетели. Я же открыл кейсом на 2000 голды, но... Да! Почти, ребят, почти, мы были близко. Я хочу еще открыть 3 кейса, я хочу еще 3 кейса купить, потому что, возможно, прямо сейчас мне очень сильно навалит. Я купил только что 3 кейса, и, ребят, просто хэштег удачи кенту. Полетели, пожалуйста, аркана, умоляю, пожалуйста, аркана. Опять МП-7 банана, слушай, чуть у меня этих МП-7 банана прям очень-очень много. У меня такое ощущение, что МП-7 банана это самый высокий шанс выпадения. Так, ребятки, 3... 2, 1, полетели! Так, аркана, аркана, не подведи! Да 5 МП-7 банана, ну блин! Ребят, ну харе уже, имейте совесть! Так, ну что же, открываю последний Скорпион кейс, и мне выпадает... Поехали! Аркана, я закрываю глаза, лишь бы аркана! Так, я не могу, открываю! Джизус за карбон! Блин, ребятки, но мы были близко! В общем... Пожалуйста, поставьте как можно больше лайков. Если вы реально наберете много-много лайков, то я обязательно выпущу продолжение и открою на 5000 голды кейсов. И по-любому тогда выбью себе новый нож. Ну что же, ребятки, с вами был ваш Кент ПК. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был Кентуха, всем удачи и всем пока!
Ну а если ты впервые на моем канале, обязательно подпишись на мой канал. И я напоминаю, что на 5000 лайков я выпускаю продолжение только с наклейками. Ну что же, всем удачи и всем пока.